Все пойму, кроме убийства, которое... И все же Заки скажет правду, и я в этом удостоверюсь, даже если это будет последним, что я сделаю. На этой же неделе Сэдди пошла проверить догадки туннеля незадолго до визита Заки в тюрьму. Юная львица должна была прийти в тот же день. Сэдди стоит поторопиться. Когда она подошла к груди камней, она все думала, как у Кэт получилось пробраться в служебное помещение, найти камни и не попасться никому на глаза. Кэт была из тех умов, которым все было как с гуся вода. Кэт права. В земле правда есть дыра. Что ты тут делаешь? У меня перерыв. Подумала, что было бы неплохо осмотреться. Не знала, что под этими камнями есть проход. Хорошо, что я тебя нашел до того, как ты туда спустилась. Этот проход ведет к старым пещерам, где избавлялись от тех, кто сидит за убийство, вроде заключенной Кэт. Все происходило под землей, чтобы никто не слышал их криков. Когда с ними было покончено, офицеры выносили трупы к выходам из туннелей. Получается, там все как было, так и осталось? Верно. К выходу из тюрьмы есть подземная река. Ходят слухи, что тела некоторых заключенных уносило течением к чужеземью. Миленько. Хочется поскорее уйти отсюда. Ну же, пойдем. Я тебя обгоню. Да, от этого туннеля и у меня появились мурашки на спине. Закия! Кэт, я так по тебе скучала. Дома все очень плохо. Мама почти не разговаривает, а если говорит, то о том, как сильно тебя ненавидит и скучает по нему. Лучше бы я этого не делала, Кэт. Послушай, я знаю, как вытащить нас обеих из этого бардака, но сперва сделай кое-что для меня. Признаться? Нет! Что хочешь делать, но не признавайся! Если ты признаешься, то тебя закроют, но меня-то не выпустят. Я солгала королю и королеве. Это само по себе тяжкое преступление. Я об этом не подумала. В любом случае, не волнуйся. Как я уже сказала, у меня есть план. Ты должна бежать. В земли Прайда. Не бойся за меня, я как-нибудь выберусь отсюда. Если Сэдди мне поможет. В земли Прайда? Кэт, ну это так далеко и страшно. Тебе нужно лишь послать их королю весточку, пока Сэдди тебя не отвела туда. Там живет тетя Серафина. Она тебе позаботится. Я скоро к вам приду, но ты должна уйти. С неохотой Заки согласилась отправиться в земли Прайда. Кэт нужно было лишь сосредоточиться на самой сложной части ее побега. Убедить Сэдди помочь ей. «Привет, Сэдди! Ты же нашла туннель?» «Да, я его нашла. Я узнала, что он ведет к выходу из Гереза Келима. И если будешь следовать за рекой, ты дойдешь до чужеземья. Шикарно! Сэдди, ты чудо!» «Но выбраться у тебя не выйдет, Кэт. Перед тем, как пойти домой, я смотрела тот выход. Он скрыт кучей огромных булыжников. Большой лев вряд ли бы смог их подвинуть, чтобы ты вовремя сбежала. И уж точно я бы не смогла. Черт! Думаю, тебе придется с этим смириться, Кэт. Заки — единственная, кто может вытащить тебя отсюда. Ты поговорила с ней о том, чтобы она взяла на себя всю ответственность?» «Да, она хотела признаться, но я ей сказала... Чудесно! Я могу вновь с ней встретиться и все обсудить. Нет, нет, не делай этого. Это плохая затея». «Ну, я не буду ее прессовать. Предложу ей поддержку и...» «Кэт, в чем проблема?» «Я не могу так с ней поступить, Сэдди. Хреново и так, что она вынуждена торчать дома с моей поехавшей мамашей. Я сказала же ей, что мы убежим. В земли Прайда». «Ты что? Земли Прайда? Там живет наша тетя. С ней мы будем в безопасности». «Я в это не верю. Почему? Это же идеально! Если только мы поймем, как можно подвинуть все камни у выхода!» «Великий побег, да? Повзрослей, Кэт! По-твоему, лучше провести всю свою жизнь в бегах, чем законно выйти из тюрьмы? Ты хорошо продумала свои сумасшедшие идеи? Конечно же!» «Кэт, это же просто безумие! Ты не можешь сбежать! Ты хоть знаешь, как далеко земли Прайда? Ты будешь добираться туда много дней, а может и недель!» «Почему-то я знаю, что это блестящая идея. Никто не станет искать нас со скали предков, ведь это очень далеко. И что будет, если не найдут тебя? Что тогда? А что, если жители земель Прайда догадаются, что ты избежавшая осужденная, и сдадут тебя с потрохами? Неужели тебе хочется прожить остаток дней в страхе? Тебе хочется всегда оглядываться, смотреть за спину? Что это еще за свобода такая? В моем понимании это сложно назвать идеальной жизнью».
Но такая жизнь всяко лучше той, что будет у сестры у меня здесь. Так что я спрошу тебя один единственный раз. Ты поможешь мне сбежать или же нет? Помочь тебе? Кэт, проснись и взгляни правде в глаза. Ибо если ты этого не сделаешь, твой жестокий, пугающий, ничтожный отец будет отравлять тебе жизнь вечно. Полагаю, что это нет. Привет, Кэт. Я знаю, что ты здесь. Да, привет, Рэс. Я же могу тебе доверять. Это как сказать. Я знаю, как можно сбежать из этой дыры. А ты, я погляжу, времени зря не теряешь, да? Ты здесь всего-то 5 минут. Не так давно нашла туннель. Он ведет в старые пещеры пыток. Это шикарная возможность. Так ты пришла ко мне попрощаться и потом дать дёру? Есть одна проблемка. У выхода есть огромная куча камней. Не думаю, что для кого-то с мускулами будет тяжело их подвинуть. О, а я-то думала, какое это дело имеет ко мне? Ой, да ладно. Уверена, что пройдоха Маладжи сделает для тебя любое одолжение. Если дать ему достаточно времени, то он с легкостью сможет подвинуть эти булыжники. Божечки, а ты еще та фантазерка, да? Сколько еще безумных планов варится в твоей головешке? Я много думаю в последнее время, что с того? Я припоминаю, ты говорила, что за любой шанс ухватишься, чтобы избавиться от Хэри. Что ж, вот же твой шанс. Просто помоги мне сдвинуть эти камни. Прости, детка, мне неинтересно. Найди кого-то другого, кто согласится делать для тебя всю грязную работу. Слушай, я не вру. Я могу прямо сейчас показать тебе туннель. Мы могли бы выбраться вместе. Это не фантазия, я знаю, что это возможно. А нет, я просто не хочу высовываться, отбыть наказание и без проблем выйти на свободу. Я не буду увеличивать себе срок. Это сейчас сказала альфа-самка? В чем дело? Лишилась своего лая, подруга?